закона. В рамках закона. Да, я вообще-то себя, я себя снимаю. Я на вас потом в суд. А на каком основании вы требуете сборы с меня? Вы кто, как организация? Авиакомпания вела сбор для оформления билета в офис. Если вы с этим не согласны, вы можете оформить на сайте без оплаты этого сбора. Пожалуйста. Нет, смотрите, вы как организация, вы чей интерес представляете? Вы как организация? Мы авиакомпания, которая установила сбор. Какая авиакомпания? Вы какая авиакомпания? Где вы находитесь? Какой Еще адрес? Раз, и вам повторяю, так, что так. Мы авиакомпания. И как называется? Какая вы какая авиакомпания? У нас тысячи авиакомпаний. Как название вашей авиакомпании? Вы знаете, где? Везде, вы знаете, где вы работаете? Вы знаете, где вы работаете? На каком основании вы осуществляете сбор какой-то? Я хочу знать. Это официальная информация, так, опубликована на сайте. Я хотел бы ознакомиться с внутренними актами авиакомпании вашей, с внутренними актами. Внутренние акты вам никто не предоставит, на каком основании вам должны предоставлять внутренние акты. Если вы хотите, подаете в суд. Ну, это дело касается же меня, я же хочу купить билет. На сайте дополнительные сборы описано, что за оформление в офисе берется сервисный сбор. На территории Российской Федерации он установлен в размере 1000 рублей. Я понял. Ну, а как-то ознакомиться я могу же? На сайте Аэрофлота. Заходите aeroflot.ru. Так, так. Там дополнительные сборы. Там есть информация о сборах, взимаемых в офисе. Так это, ну, и прописано, да, о сборах, взимаемых в офисе. Сбор за оформление в офисе. Ну, на что он идет вообще? По-моему, у нас там воздушный... Это вы можете запросить руководство написать, и вам ответят, куда идет этот сбор. По-моему, в Воздушном кодексе там какие-то есть новые изменения в Воздушном кодексе. А Воздушный кодекс и сервисный сбор, они не взаимосвязаны? На каком основании? Ну, у нас все, у нас даже есть закон о международных договорах, знаете. Все авиакомпании, включая международные, всегда брали сервисный сбор. То есть есть там, да, информация? Да, на сайте все это есть. Ладно, спасибо большое. Хорошо. Да, вот мне сказали, я сейчас буду выяснять, что там происходит, какие сборы, да, в авиакомпании. Тогда все это адрес Арбат, дом 10. Вот. Я выхожу сейчас. Так, выход здесь, да?